Доброе утро. Иду сказать гудбай Адриатическому морю. Ну так, я каждое утро ходил сюда на зарядку. Ряд отелей пустых, под ремонтом сейчас. К следующему сезону готовятся люди. Такие парк-места. А вот интересные таблички. Не парковать велосипеды. Не парковать. Ну и вот оно, Адриатическое. Кустики красивые. Цветут цветы. Посмотрите, ребята, на эту красоту. Песочек почищен. Тут вчера, позавчера такой трактор мощный ходил. Полностью все побережье он идет и все вычищает. Бычки. Там, не знаю, ракушки, бумажки, короче. А там кто сидит? Дышит воздухом. Мы пойдем на вот тот длинный не волнорез, причал волнорез, кто я. И плещется берег морской со своей непутевой тоской. Вот она красивая. Медузка такая выбросила. Вывели погулять, порезвиться малышей. Наполеон. Ты мой причал. На нем я делаю заряд. Полетели, полетели, полетели.
Там какой-то кораблик. Посмотрим. О, ничего себе, смотри. На полном ходу что-то идет. Красавец. Такое приближение камеры бешеное. И в итоге его и не видно. Ну, вот так вот. До свидания, Адриатика. Оксана Ивановна говорит, заработаем денег. И в июне хочет сюда. Может быть, может быть. Все, всем пока.